Друзья, а сейчас я хотела бы с вами поделиться теми продуктами, которые стояли у истоков нашей wellness-категории. Те первые продукты, которые появились в 2009 году абсолютно во всех странах нашего большого региона СНГ. Это коктейли Natural Balance. Говоря о них, сразу скажу, что это отличный, здоровый, правильный, сбалансированный перекус. Именно от них тогда мы уже узнали, что наш взгляд на красоту, наше полноценное питание, мы узнали взгляды шведов, мы поняли, что важно не просто перекусить, а чтобы это были белки, жиры, углеводы. И самое главное, вот эта правильная сбалансированная формула насыщала наш организм. Сегодня коктейль представлен в трех разных вкусах: клубничный, ванильный, шоколадный. А это значит, что он покрывает абсолютно все наши вкусовые потребности. И вдогонку к нашим легендарным коктейлям Natural Balance у нас появляется протеиновый коктейль, который содержит нейтральный вкус, не содержит никакого аромата, не содержит никакого запаха, но является точно так же источником трех белков, источником медленных углеводов, низкокалорийным продуктом, который можно добавлять абсолютно во все свои блюда, точно так же запекать, делать смузи, добавлять в кашу или суп. Сегодня, если говорить об этих продуктах, коктейли Natural Balance, протеиновый комплекс, это самые правильные продукты полноценного здорового перекуса. И если посмотреть на нормы Европейской ассоциации безопасности продуктов питания, то важным моментом все-таки считается, что это высокое содержание белка, это высокое содержание клетчатки, это низкокалорийные продукты и самое главное, это наши с вами правильные сбалансированные перекусы. Эти продукты удобны в приготовлении. Всего лишь одна мерная ложка на 150 мл воды коктейля и вы получаете правильное сбалансированное питание. Одномерная ложка, добавляя в любой ваш основной продукт питания, вы обогащаете свой рацион белками, клетчаткой. И самое главное, что с этими продуктами так легко, быстро и удобно получить все необходимые макроэлементы во время вашего здорового перекуса.